Итак, ребята, в чем заключается суть пранка? Прямо сейчас я переодеваюсь в форму ГАИ, конкретно комплект милицейской формы. Милицейской формы, да? Да. Сегодня у нас такой пранк будет конкретно связан с транспортным средством. Субхан ищет прохожего человека, либо какого-нибудь таксиста, либо кто-нибудь, кто остановился на машине, представляется ему якобы неопытным водителем и просит его о помощи припарковать машину, потому что права получил недавно и реально не может припарковать машину. И тут из-за угла я выхожу в форме ГАИ, подхожу прям к окну и говорю: выходим из машины, а Суба в это время просто скрывается в неизвестном направлении. И я нахожусь с жертвой один на один. Короче, я уверен, что получится интересная идея, охуенная. Суба, как всегда, жирный. И мы продолжаем, нахуй. Здравствуйте. Да ебан. Вам подходи, Лири. Здравствуйте, лейтенант Сар. Да иди, нахуй. Че, вот это получше, да, будет уже? Ну, ребятоньки, мы заряжены, мы готовы. И сейчас мы будем разъебывать. Поехали! Поехали!